Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Fallout 4. My friends say outside is smell, but you don't smell at all. I want to be left alone. Hi there. Do all you outsiders wear such funny clothes? И в прошлой серии мы начали выполнять квест аферист, решили немного прокачать диджея местного радио, потому что он слишком уж уныл был. Вот, ну и собственно мы немного влипли в небольшие неприятности, собственно пойдем сейчас их решать, я думаю. Может быть, что тут, мутафруктики еще не выросли? Вроде бы не выросли, да? Жалко. Я бы пособирал бы. Вот. Ну, собственно, не будем мешать людям спать. Пойдем потихонечку. Наверное, да? Да. Теперь два детектива. Точнее, одного уже нету у вас пока что. Так. Это что у нас такое? Куда мы тут пришли? Келлога. Ну, вроде причем даже можно и не это. Да, и не париться, зайти так. Так, что у нас? Давайте мы посмотрим по карте, куда нас направляют. Ага, встретиться с Трэвисом. Ну да, вот сюда нас и направляют, собственно, Diamond City. О, там Diamond City у нас, да, из нескольких частей состоит. Прикольно. Давайте взломаем замочек, раз нас прямо так приглашают. Зайдите, взломайте наш замочек. Ничего вам за это не будет. Посмотрим, что мы там найдем. Упс. Некоторые умники там пишут, что я очень много отмычек трачу, и мне надо просто срочно каждую отмычку беречь и все время выходить из взламывания замка, как будто бы я об этом не знаю, и как будто бы у нас какой-то дефицит отмычек есть, в отличие от третьей части, когда у нас действительно был дефицит отмычек. Так. Стали ничего нет. Швабру нам вроде не надо. Почему нельзя горящие фонари забрать? Так, что тут? Пара кукурузки, изолента, пару чашек. Мы это возьмем. Я думаю, мы сейчас, может быть, даже быстренько домой заглянем, чтобы выложить немного хлама. А так вроде ничего больше и нету здесь. Ну и ладно. Музыка, правда, такая мрачная играет. Так. Пойдет. Вот это вроде бы выход, да, из Diamond City, насколько я понимаю. Да. Мы, наверное, могли... Кстати, там какое-то радио, по-моему, было другое, да, или нет? Найдено какое-то. Ну ладно, неважно. Сейчас быстренько, значит, выложим хлам. Trinity Tower. Сигнал, что было написано, потерян? Ну, неважно, короче. Нам быстренько домой. Какие симпатяшки. Столько винтиков, столько гаечек. Hey. Так, Кюри, у тебя есть что-то, что я тебе оставлял? Hey. Так, я на отмену нажал. Нет. Точнее, Р, Т. Все, можем идти. Можем идти. Так, как мы пойдем сюда? Наверное, с фермы будет ближе. Ух. Четырехствольная пусковая установка. Тут картошечку нам выращивают потихонечку. Не будем им мешать, отвлекать.
Пойдем. Так, мы же можем теперь-то оружие взять какое-то, да? Чем? Ну, наверное, пока со снайперкой походим. Что у нас еще? А, я тут нашел вот короткоствольный 40... Короче, пистолет 44-го калибра. Интересно будет пострелять, может быть, им тоже. Урон относительно небольшой, но его можно очень неплохо проапгрейдить. Очень неплохо. Так. Мы вот тут вот не были, по-моему. Да, локация даже не отмечена. Грибочки даже собрать нельзя. Пивоварня, хорошо. Сохраняемся. Ну что? So this is it. If they've got Vadim, he's inside. We're gonna be okay, right? У него даже голос уже поменялся, уже мужиком чувствуется. Но только мысли, конечно, все будет хорошо. Не накручивай себя, не волнуйся. Да. Just keep a cool head, okay? Don't think about it too much. Okay, right. Sure. Yeah. Все. Get plenty of oxygen into your blood. It will help. Все, уже не чувствуется мужик в нем. I've never done anything like this. Отлично. Так. Просто сохраняй спокойствие, не сходи с ума. Stay calm. Don't go crazy in there. Right. Calm. I can do calm. Calm, 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 calm. Okay, can we just get in there before I totally lose my nerve? Что у тебя за пистолет, я не знаю, прям. Так, что там, давайте мы еще посмотрим по заданию. Помочь Трэвису спасти Вадима, да, хорошо. Так, ну пошли. Будем надеяться, вот мне главное, чтобы вот его не убили там как-то по сюжету, да? Вот это будет самое обидное. Так, сохраняемся, ну и потопали. Обезьяна сумасшедшая. Так, кто-то где-то ходит там сверху. Давайте пока почитаем, что тут пишут. Информация об экскурсиях по пивоварне. Экскурсии проводятся каждые полчаса и длятся примерно 5-6 минут. С эстакады посетители насладятся видом на пивоварню с высоты птичьего полета. Пивоварня несет ответственность за ущерб, вызванный падением с эстакады. Ради вашей безопасности установлено ограждение. Экскурсии включают скидку на $5 при покупке товаров в сувенирной лавке, а также бесплатную дегустацию на парковке перед отъездом. Температура бесплатных напитков для дегустации не гарантирована. $25 стоимость экскурсии. Понятно, так. Рейдер-псих. Нормально такой пистолет. Вполне. Nothing there now. What do you think? I don't know. Jump in the shadows. Yeah, you're probably right. Gotta cut down on the jet, I guess. Now don't start talking crazy. Ничего интересного нет. Все? Ты успокоилась? Обезьяна ты дикая. Пивасик. Ну я даже не знаю, может возьмем пивасика, может его там можно будет как-то где-то использовать в нашей лаборатории. А, стоп, это бутылка, это... Это все пустые бутылки, насколько я опять же понимаю. Да, они даже открытые, походу. Ну, правильно. А вот это пиво. Все. Пункт приготовления пищи. Ну, хорошо, пошли потихонечку. Сейчас мы тут посмотрим еще. Давайте, может, фонарь включим. О, как оно противно-то. Нет, не будем включать фонарь.
Давай, оп. Не быть мне бильярдистом. Давай. Да что ж такое? Как бы его так покатить? Ой, я, по-моему, его забрал. Я могу вот так вот сделать. Так, хорошо, хватит фигней страдать, пошли. Нас ждут великие дела. Упс, промазал. И еще раз промазал. Ну как ты так? Так, вот там уже ребята идут серьезные, поэтому давайте перестанем баловаться действительно и возьмем нормальное оружие. Что-нибудь съедим, какого-нибудь кротокрысика. И, может быть, болотника тоже неплохо будет. О, бык. Как ты? Что? Ты снова промазал? Как ты вообще можешь? Вот хищник. Ого. Такой серьезный товарищ. Да, о, он пистолет поменял себе, смотрите, молодец, понимает, что надо делать. Понимает же. Так, стимулятор. Так, Кюри, что кто-то, что-то ты немного не в тему. Так, хорошо. О, смотрите, да, что делает? Побежал такой туда. Герой. Во. Видны его серьезные намерения. Упс, промазал. Давай. Добивай эту башню. Все, порядок. Мы их всех уделали здесь. Ты представляешь? Усиленный кто-то там. Металлическая броня. Кстати, сколько там было? 27-17. Так. А у меня получается... Ого. Блин, замедление. У меня были какие-то... Какой-то наруч, по-моему, с замедлением еще. Замедление уже очень хорошее. Вообще просто шикарное. Панталоны. Возьмем твои панталоны. Возьмем твои панталоны, может быть, пригодятся нашим фермерам. Кожаная броня. Это мы возьмем. Вадим! Как твои дела? Куртка и джинсы стиляги. Да и эту штуку тоже возьмем. Thank you. I didn't know if anyone would come. I thought perhaps this is the end. Thank you, thank you. You are true friend. Это все или еще остались? Будут еще тебе мстить? I have more of them.
Are they gonna come after you again? No, no. This was best they could do. You got them. These idiots had caps and chems just lying around. They did not notice when I filled my pockets. You deserve what I took. Ah, and Travis, I am surprised to see you here. Hey, Vadim. I'm glad you're safe. How did you get roped into this? I wasn't forced or anything. I wanted to help. You are full of surprises, my friend. Travis, hey, давай мы с тобой сразу поговорим. What a day, huh? Hey, listen. I wanted to say thanks. This has been... Well, it's been crazy. But I've learned a lot, I think. Что ты теперь будешь делать? What are you gonna do now? Well... That's what I've been thinking about. After all this, I think about the things that had me worried so much, and it just seems... silly, you know? Like... Was I really that worried about just being on the radio? That's nothing compared to being beaten up, shot at. I can do so much more. And I need to. Anyway, thanks again. I owe you. Так, ну хорошо. Задание выполнили, опыт получили. Лифт, я предполагаю, да, это на выход. Так, рецепт пива. Я думал, это все-таки бумажечка-то. Рецепт пива. Так, разное. Рецепт. Рецепт пива. Программа без лицензии совершенно считается кражей корпоративных секретов и преследуется в соответствии погвинут за вознаграждение. Что сортировать? Короче, понятно, что ничего не понятно. Терминал Тома башни. Давайте мы его сразу взломаем. Где-то я тут на скобочку наткнулся. И что-то не вижу, где это было, вот. Так, еще одна. Еще одна. Вот здесь даже, по идее... А, нет, нет. Это не в счет. А, ну, в принципе, у нас тут осталось Свой. Уже, да. Беда. Ребята начинают нервничать. Пива еще полно, а вот с едой напряг. А Спарта со своими вышла к... О, слушайте, это же это, да? Том Башни, это тот, который якобы похитил эту подругу. Блин, точно, да-да-да. Из... как он там назывался, эта локация? Из склада продовольственного. Якобы похитил. А вот с едой напряг. Спарта со своими вышла из... Бкантоло на поиске. Если мы не найдем что-нибудь съедобное, в ближайшее время народ начнет дезертировать. Ближайшее хранилище — это федеральный склад. Только, видимо, родители Рыжей и Лили... Турет так и не научили этих, ну, собственно, делиться, да. А если от Спарты не будет вести, придется идти на штурм. А, вот ведь лажа. Мы пытались взять склад штурмом, но Лили, Рыжая и остальные вцепились в него как клещи. Половину наших порешили, пока мы не свалили. А, отброс к рюкам захватили заложников. Может, удастся их обменять на пару кексов. Один плюс, теперь меньше народу кормить. Джекпот! Лили, это же Лили, чтоб ее! Я эту тварь где угодно узнаю. Отброс привел заложников ко мне. Ой, простите, пожалуйста.
И как только она вошла, меня осенило. Мы спасены. Теперь рыжей придется пойти на сделку, если не хочет, чтобы сестру ей вернули по кусочкам. Сколько еды! Первый раз вижу столько еды. А когда ей сказали, что у нас ее сестра, рыжая решила, мы брешем, но... Но письмо от сестренки быстро расставило все по местам. Теперь ящики текут к нам рекой, как и новобранцы. Если так пойдет и дальше, до конца года мы сможем ударить по Корвеге. Или по политцеху... Неважно. Твою мать, как она освободилась? Это же к полу была прикована. Напала на меня во сне. Мне-то казалось, я ей в ногу целюсь, а теперь кровищу повсюду. Надо все убрать и что-то придумать с телом. Никто не должен знать. Рыжая ни хрена нам не даст, если узнает, что ее сестрица сдохла. Проблема решена. Сегодня пришли слухи о жирном караване. Вся банда отправилась за ним. Только он так и не явился, потому что не существует. Пока никого не было, удалось запихнуть тело Лили в одну из бочек. Мне кажется, от нее даже вкус стал лучше. Теперь одной проблемой меньше. Что-то я не хочу уже это пиво пить. Но этой банде кирдык, если мы лишимся продовольствия. Это значит, Лили должна продолжить писать письма. Надо где-то раздобыть ручки. Рыжая мертва. Кто-то прикончил рыжую и всю ее банду. Отправлю ребят на разведку. Надо удостовериться, что те, кто это сделал, не решили там обустроиться и забрать припасы. Надеюсь, там еще все не разграбили. Прикольно, да? Это он про нас. Корвега. Итак, Джареда завалили. Он был наркоманом, да и то еще сволочью. Но завалить его явно было непросто. Нам понадобятся еще пушки. И это тоже мы уже все сделали. Да, это все про нас писали. Эх, как приятно. Так, сейф я видел. Как приятно, что наши действия не остаются без внимания. Жалко, что только всякими рейдерами пока что. Так, ну. Найс. Часы, патрон для дробовика. Хорошо, хорошо. Ну и теперь осмотримся здесь. Мы здесь порешили кучу народа. А где, кстати... О, кстати, да, журнал. Заборы! В поселениях заборы мы сможем строить, обалдеть. Лучший журнал. Я чуть его не пропустил. Чуть было не пропустил, но мы спасены. Так, Кьюри, ты тут? Ты тут. Давайте пойдем, наверное, полутаем тех вот ребят. Потом, короче, на лифте поедем отсюда. Тут у нас куча народу. Так. Дорожная кожаная одежда. Вот фермерскую одежду, да, если раздобыть там штук 10, 15, 20, было бы хорошо. Можно было бы выдать всю эту одежду нашим фермерам. Так, давайте вот туда, наверное, наверх сначала пойдем посмотрим, потом уже будем как-то вниз спускаться, думаю. Все хорошо, Кьюри. Что ж ты так? Невнимательно по растяжечкам ходишь, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Не годится никуда. Так. А, стоп. Отсюда мы... Ага, все правильно. Точнее, неправильно. Я думал, тут как-то можно будет спуститься, а тут нельзя спуститься. Тогда да. Кьюри, все правильно. Шла, но единственное, что мы можем вот еще куда-то туда сходить. Вот куда-то сюда. И тут спуститься можем. Сейчас я на растяжечку невнимательно наступлю. Так.
Я видел ребят не очень хороших. Это еще не все, оказывается. Пока я вижу растяжечку. А, это лифт на вниз был как раз, да? Я понял. В одной из бочек. Что? Что, не работаешь? Ну ладно, я не хочу пока в лифт. Хочу тут осмотреться. Так, короче, берем пока что все. Пивасика целая куча. Я пить его не собираюсь, наверное, все же, но можно взять. И пока что кюри скинуть. Обмен. Так, вот единственное, что мы вроде бы, я как думал. Подождите. Мне ребята писали... Это я оружием и хламом всяким, да? Одеждой всякой занят. Мне ребята писали, что... Мы тело можем это найти еще. И якобы это квест начнет какой-то. Но это тело мне ребята писали на какой-то дамбе или что-то такое. Ну, я думаю, мы еще доберемся до туда. Так, это что такое? Мишки сексом занимаются. Так. Это здесь Кьюри на мину наступила, да? По-моему, и я только что наступил. Ну, в смысле, на растяжку, не на мину. Да. Ну, самое главное, что мы журнальчик забрали. Это то, что было нужно. Больше всего. Посмотрим, какие заборы. Ну, мне кажется, это простые заборчики мы сможем строить. Беленькие такие. Ну, может, еще что новое добавится. В любом случае, это интересно. Блин, вот мне то, что не нравится, то, что мы взламываем дверь и сразу в нее заходим. Я не очень хотел сейчас выходить. Я еще не все осмотрел. Там еще где-то тела были какие-то. О, кстати. Нет? Не можем нажать? Не можем. Ну вот, наверное, он, получается, тело, да, и унес куда-то. Я, правда, вот что-то сейчас уже не помню. Читал, уже и не помню. Было написано, куда он унес это тело? Или не было? Так, вот. Здесь давайте посмотрим, куда мы можем выйти. Формальный головной убор. Шкафчики бесполезные. Парик помпадур. Пустой деревянный ящик, блин, я надеялся, что там патроны какие-то будут. Мы же вроде его не лутали еще. Так, порядок. О. Здравствуйте, молодые люди. Да, как же он патроны тратит, а? 10-миллиметровый этот. Ну, такой хороший. Мне так нравится, как он стреляет. Все, вроде теперь. Больше никого тут. Так, собачья консерва. Хм.
Армейская сумка с боеприпасами? Это такая, как вот мы боеприпасы с нее подбираем. Ее можно, типа, будет выложить и складывать туда что-то, или как? Мешок такой оружейный, нет? Упс. Тут ты, ёлки-палки. Зараза. Яху! О, там голова чья-то лежит. Это, я предполагаю, мы постарались. Так. Давайте сохранимся. Терминальчик используем. Посмотрим, что у нас данные за первый квартал. А? Данные повреждены. Данные повреждены. Данные повреждены. По сравнению с предыдущим годом ожидается увеличение капитальных затрат за год благодаря сокращению бюджета и снижению контроля качества продукции, включая увеличение соотношения воды к суслу. Отдел управления брендом объявил о начале рекламной кампании пива «Бункер Хилл» для малообеспеченной аудитории, которая, как мы все знаем, тратит более крупную долю наличного дохода на пиво и солодовые напитки. Рост валовой прибыли ожидается когда-то, тогда-то, тогда-то. Так, выходи. Теперь аккуратненько. Фиси? Наливные яблочки вроде нам особо не надо. Патрончики неплохо взяли. Так, ну вроде бы тут больше ничего нету. Тут мы были. В теории были. Терминал там стоит. А, это, наверное, как раз вход самый, нет? Фиг знает. Давайте спрыгнем, посмотрим. Да, вот это вот мы сюда и зашли. Точно, было дело, было дело. Так, сейчас еще последний круг почета, чтобы уже убедиться, что мы осмотрели. Но мне кажется, что где-то какой-то я проходик-то и пропустил. Вот что-то мне кажется, что куда-то я не заглянул. Туда мы заглядывали, вот туда вот мы заглядывали, не заглядывали. Я уже и не помню, куда мы тут смотрели, а куда нет. Это, кстати, походу и пивасик тут респаунится будет этот. Можно будет его... Ты где? Приходить забирать заново, если вдруг понадобится. Так, Кюри, ты где? Да, мы тут были, разминировали эту ловушечку. А вот тут вот что-то... Угу. Оружейная стойка была. Была да сплыла. Давайте мы вот лифтом воспользуемся. И по идее Кюри должна появиться сейчас. Нет. Не появилась. Блин, печально. А, вон она. Мчится к нам. Ну, вроде бы все. Вроде бы порядок. Я думаю, что на этом, в принципе, мы можем... Тихо. Обмен. Да, пивасика хочешь? Презент. И алюминиевую банку. Так, тогда вроде мы тоже смотрели. Этот вот звук, это по идее вода капает, но мне еще кажется постоянно, что это тараканы где-то ходят своими тоненькими лапками, такой вот шум создают. Пусто. Ну вроде бы все.
Вроде бы. Самое главное, что мы журнал надыбали. Давайте сейчас отправим сюда, в этот самый, в наш Sanctuary Hill, и посмотрим на заборчики. Какие мы заборы можем делать? Так, заборы. Структуры, заборы. Да. Это вот такие беленькие заборчики. Миленькие беленькие заборчики, которых, да, очень не хватало изначально. Но теперь мы знаем, где их добыть. Всякие такие поломанные и не очень поломанные заборчики. Прекрасно. Можно будет теперь красиво оградить того же нашего Брамина. Или даже, может быть, еще одну кормушку поставить. Кстати, у меня было 36, если я не ошибаюсь, удобрений. Вот сюда. Или не сюда. Подожди. А, да, вот сюда. Можно было просто вот так посмотреть. Так, ну где-то. А, я на выход все-таки нажал. Так, куда нам нужны были? Сюда. Нет, не сюда. Но эту штуку мы можем сделать. Это лишним не будет. Лечение. Куда нам нужно было удобрение? Вон, удобрение. 54. А было у меня 36 в прошлый раз, когда я смотрел. По идее, все-таки брамины нам удобрения приносят. Потому что, как таковое удобрение в мешках, да, просто-напросто я не собирал. Мы можем, кстати, посмотреть по поводу удобрения. Так, а где искать? Наверное, в разном. Ну, тут особо... 285 крышек уже. Пойдет. Торговцы наши наторговали. Это модификация. Нет. Короче. Всего лишь нужно полистать минутку-другую, и мы доберемся до удобрения. Если оно идет как отдельно, да, пакетами. Мы можем, в принципе, 50 удобрений отнести в этот... В убежище, если оно, да, у нас именно удобрением идет, а не какими-то там... 4 штуки у нас чистого удобрения. Все остальное удобрение у нас идет... Интересно, с чего у нас идет все остальное удобрение? Мы можем, наверное, даже посмотреть это... Посмотреть это вот так. Заряды для пистолета, допустим, да? Удобрение. А, бутылка с антифризом. Или нет? Стекло? Нет. Вот это все нужно. Так, ну давайте сделаем 2 шприца таких, потратим 2 удобрения. Личинка, дутня. Забавно. Ну давайте сделаем. И по идее... У нас, наверное, на какой-то другой ферме просто удобрение еще есть. Да. Да что я все время эскейпом, да эскейпом. У нас есть, да, еще некоторые поселения, где у нас могут быть удобрения. Ну, в принципе, мы можем пойти отнести все удобрения, получить немного крышек с этого дела. Довольно интересно будет. Ну как, интересно, по 25 крышек за удобрение. Не то чтобы мне удобрения сейчас очень нужны все эти, да, но в принципе... В
принципе. Разобрать можно хорошо этот пистолет, получить материалы полезные. Так, короткий боевой карабин, охотничий карабин. Все это мы пока что выложим. Гранату криогенную тоже выложим. Плазменные мины, наверное, тоже. Мы пока, я надеюсь, не будем встречаться с этими. С... как их называют? Ну, вы поняли. С роботами всякими, да. Так. Я хотел еще... проапгрейдить, посмотреть на вот этот вот нагрудничек, который у нас. Уж очень он какой-то хороший. Собачатина. Шприц-трусишка. Заставляет цель бежать. Но мы пока выложим все это дело. Я хотел до броню немного подрихтовать. Подрихтовать. Вот это. То, да, для туловища свинцовая обшивка, покрашенный металл, ага, стандартно немножко больше защиты, да, этот свинцовая обшивка дает нам уменьшение урона от радиации, блин, да, я даже прикарманенный ставить сюда не хочу, пусть будет, вот это тоже красота. Но, да, пока... А, у меня был... Давайте посмотрим, на какую... Блин, по-моему, на левую руку у меня был этот нарукавник. Heads up. Короче... Trade is good. Trade is good. Так. Т. Короче... У нас в этом поселении брамин есть, даже... Реально два брамина даже. Вот, давайте посмотрим, что тут они нам понаприносили, понапривозили. 11 удобрений здесь. Хорошо. Допустим, потом здесь еще у нас тоже брамин есть, 100% один хотя бы. Может, уже даже больше набралось, кто его знает. Блин, надо было там посмотреть сразу рядом с той локацией, там часто спавнятся всякие. Да, вот здесь брамин тоже красиво под кормушкой так стоит, окруженный заборчиком. Давайте посмотрим, что у нас тут. О, кисонька, как дела? Я понял. Так, 16 удобрения еще. Давайте посмотрим, где у нас еще тут фермы есть. В Грейгардене, мне кажется, вряд ли будет брамин. Что-то я в этом сомневаюсь. В этом есть у нас, да. В этом. У нас еще здесь два вообще не... тут уже 5 человек. Ничего себе. Может быть, кстати... Я вот не помню, есть на ферме... Что полезного. И удобрения тоже. Это мы сейчас порядка 500 крышек уже получим, да? Тут вообще место такое опасное. Здесь вообще ничего нет. Кукурузы много. Кукурузы много. Кукуруза — это хорошо. Заберу. Пошли отсюда. Пошли, да. В замок заглянем быстренько. Соберем сейчас удобрение и отнесем в убежище. 81. Ха? Что? Что, ха? Yes.
Ой, ему там фруктики тоже я позабирать хотел. Клея наделать. Не-не-не, не хочу я торговать. Тебе показалось. Здесь Брамин тоже у нас был, он где-то бродил. 100%. Еще кукуруза. Тут вообще много хлама всякого разного. Три удобрения. Так. Ну и давайте в Грей Гарден заглянем, посмотрим, что тут у нас творится. Как тут роботы поживают. Что они нам насобирали. Я надеюсь, много всего. Но Брамина вроде там не было. И по идее, ну я не знаю, что ему приходить-то. К роботам. Ну, хотя тут выращивают еду, может быть. Поэтому мог бы и заглянуть. Но, блин, мутафрукты. Только я хотел сказать, что нету, а вот он. Вот он весь появился. Смотрите, как-то прям. Я вроде бы проходил, и не было его. Так, чудесно. Воды у нас очищенной нету. Вот еще в чем может быть проблема. Кукурузу возьмем. Удобрения нету. Надо поставить, наверное, будет где-то еще, наверное, большую водокачку, потому что у нас поселений много, людей уже много набралось. А вот воды у нас не так, чтобы много, я бы сказал. Так. I need to assign someone to this. Да, тебе все кажется. Есть здесь рабочие. Пашут, как проклятые. Даже не спят. Даже жалко их немного. Так. Значит, с убежища. Где оно у нас было? Убежище, вот, 81. Быстренько посмотрим. Деньжат немного поднимем. Караванчики уехали. Да, жалко, ну ладно. Так, а еще мы ж тут со всеми подружились. Может, мы это удобрение можем теперь забрать? Это арбуз. Это не удобрение, говорят. Мешок с удобрением, да? Блин, не могу забрать. Не могу подтянуть это ведро. С кукурузой. Вот, блин. Ну, теперь мы можем, да, приходить сюда периодически забирать кукурузку. Жалко, что мутафрукт она тут не выращивает. Но кукурузка тоже неплохо. Так, еще один мешок. Блин, там целая гора кукурузы, а? Я к ней подобраться не могу. Как и к этим удобрениям. У меня есть удобрение. It's disturbing to think about what was going on just behind our walls. I'll be keeping a much closer eye on Austin after all of this. Dr. Penske. That Bobby DeLuca better clean up his act. If it weren't for him and his habit, Austin's life would never have been at risk. Maybe it's time to give Austin some responsibility and see how he does in the lab. Удобрение я принес. Austin alive and well again. Excuse me, Dr. Penske. It's disturbing to think about what was going on just behind our walls. Какой-то налом, короче. Я же сказал, что я принесу удобрение. Все, она уже не берет, уже не надо. Все. Ну, у нас теперь куча удобрения. Блин. Печально. Себе друга нашла. Так, Расти, подвинься, пожалуйста. Мистера Делуку можно вроде бы еще, писали мне в комментах, от этого отучить. От наркоты. Can't believe we had mole rats in the walls. Так, мистер Делука. Thank God you saved Austin. It would have been all my fault. Bobby. Everyone's going to blame me for this. I just know it.
Thank God I got my jet, man. I'm barely getting by here. Oh, man. I'm so glad you came along when you did. You really saved my ass. Hey, Bobby. The overseer is going to kill me. Maybe even kick me out. Ну, что-то... What the hell was Austin doing in the reactor room anyway? Что-то, короче, как-то странно. Че? Ладно, сейчас еще посмотрим кое-что. Вот, кстати, наша комната. От лифта, если идти, то вот она. От лифта налево, да. Можно сюда этих пупсов поставить. А, их нужно так, да? Ставить. Ну да ладно. Я потом как-нибудь себя в моей тайной берлоге какой-нибудь, когда я ее сделал, боже мой. Снова эти безумные мартышки. Ну, такая вот пустая комнатка у нас. Если я тут сплю, интересно, бонус нам... Да, тоже бонус дают. То есть, если спишь в своем поселении или в этом... Ну, в общем, на своей кровати персональной, да, то получаешь бонусы такие. Ну, короче, все. Я думаю, на этом мы закончим. Убежище я это потом немного попозже обчищу. Вот, но все равно далеко сюда в комнату ходить, поэтому комната мне это не особо нужна. А лучше уж какое-то более интересное местечко мы найдем, так, чтобы можно было сразу в него добираться, и там уже складывать будем всякие статуэтки, журнальчики, и все-все-все-все-все, что мы находим, все, что можно выкладывать на полочке. Оружие тоже можно будет там складировать, когда мы будем знать, что там никого не будет, и... что это оружие никуда не денется, по идее, да, то все будет. Хорошо, на этом мы пока что с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр и пока. Увидимся в следующей серии.